Всем привет! С вами Евгений, и сегодня мы приготовим очередной раз блюдо за доллар. Для этого нам понадобится противень. Сегодня мы будем готовить, не используя вообще плиту. Все приготовим в духовке. Поэтому предварительно разогрели до 170 градусов. Помяли немножко пергамент, чтобы он лучше укладывался. Возьмем куриное бедро. Чтобы быстрее промариновалось, сделаем несколько прокольчиков. То же самое проделаем с остальным. Если кто-то не любит кожу, снимаем ее. Делаем что-то наподобие соуса. Возьмем чайную ложку меда. Сюда же отправляем кетчуп. Немного специй карри. Сюда же копченая паприка. Немного уксуса яблочного. Ну и свои любимые специи. Также не забываем добавить чеснок. Мелко порубили. Сюда же отправляем бедра. Не забываем поперчить и посолить. Хорошенечко перемешиваем. Все, и оставляем мариноваться. Займемся овощами. Берем репчатый лук. Нарезаем крупными ломтиками, сразу же выкладываем на противень. Картофель свежий, собрали, помыли и не чистим. Отправляем на противень. Сюда же отправляем собранную с участка тыкву, ну, либо купленную на рынке. Все, сюда же отправляем чеснок, произвольно порубили. Небольшое количество масла, специи. Тимьян. Используем свежий, нету, можно использовать сухой. Немного розмарина, немного карри и паприки. Все это хорошенечко перемешали. Выложили курицу. Весь маринад отправляем сюда же. Курица, когда будет жариться, она пропитает своими соками овощи, и это будет просто превосходно. А пока отправляем в духовку на 35 минут. Пока запекается горячее, приготовим салатик. Возьмем капусты свежей, молодой, меленькой нарезаем. Отправляем в мисочку. Берем морковочку, нарезаем тонкими слайсами. И нарезали тем самым тонкой соломкой. Отправляем сюда же немного красного лука. Обязательно хорошую щепотку сахара. Перец. И хорошенько все это дело надо помять. Смотрите, сок начинает выступать. Капуста станет сочная. Сейчас немного постоит и заправим его греческим йогуртом. Капуста наша постояла, помариновалась. Сюда немного греческого йогурта. Перемешиваем. И самое время достать наше горячее. Достаем. Хрустящая корочка. Все приготовилось. Сразу выкладываем. Размешиваем. И выкладываем немного салата. Порция за доллар готова.